В городе Каракол на рынке в туалете нету воды. Мне было интересно, есть ли люди, которые не мыли руки после туалета, возьмут ли яблоки. Я провел эксперимент про гигиену. Я стоял около туалета и предлагал яблоки людям, которые выходили из туалета, и они отказывались. Там проблемой была вода и мыло. Когда я предлагал людям яблоки, они не брали яблоки. Люди не хотели, потому что они не мыли руки. Я надеюсь, что в будущем санитарные условия в нашей стране улучшатся.